Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кировской области около четверти водителей, игнорирующих ПДД, штрафы вовремя не оплачивают. Таких забывчивых граждан ГИБДД в первой половине этого года насчитало почти 1500. Большинство из них наказали взысканием в двойном размере. 135 нарушителей отправились под арест, более 150 на обязательные работы. Госавтоинспекция напоминает, что проверить наличие штрафов можно без особого труда на сайте ведомства и на многих других завязанных на него ресурсах. Трасса 101. В Государственной Думе обсудили ранее озвученное МВД предложение об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам. В целом, парламентарии не против инициативы. Они считают, что ее действительно можно реализовать. Однако придется предусмотреть множество моментов. В том числе речь идет об ОСАГО. Автогражданка, вероятно, будет дешевле обходиться тем, кто в добровольном порядке приедет на ТО. Трасса 101. Повторно успешно выдержать экзамен на знание ПДД не так-то просто. Речь идет о водителях, которые были лишены прав и по окончании срока лишения обязаны снова сдавать теорию. В Москве процент прошедших испытаний ниже 50, информирует ГИБДД. Оно и понятно, факторов тут много. Например, гражданин получал права два десятка лет назад. За это время в правилах и в процедуре сдачи многое поменялось. Трасса 101. Новые легковые автомобили по итогам 2021 года подорожают в среднем на 20%, так считают эксперты. Половина этой цифры уже достигнута. Отдельные модели, в первую очередь премиального сегмента, могут прибавить в цене и треть, и больше. Основными причинами повышения стоимости по-прежнему называются дефицит электронных компонентов, подорожание металла и неустойчивый курс рубля. Трасса 101. Руководство АвтоВАЗа пообещало в ближайшие годы наладить производство машин с более мощным мотором. Имеется в виду бензиновый 150-сильный агрегат объемом 1,3 литра, который сейчас устанавливается на некоторые модели Renault, например, Captur. Создавался двигатель альянсом Renault-Nissan совместно с Daimler. Как ожидается, лады с таким сердцем будут стоить на порядок выше. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.